ребят. Даже не знаю, что же сейчас пикнуть. Вроде бы Бетрайдер, ну, Бетрайдер вообще хорошо заходит против них. Как и на линии, так и в макроигре. Вот. Ну, что-то у меня уже немножко... Сейчас посмотрим, что тут есть. Ага. Я мид, значит. У меня сайленсер. Да. Просто против таких героев инициаторы, ну всякие интовики слабые, там Skyros Mage очень плотно закрывает любого интовика. Взял бы Виза же, если бы не было Эмбер Спирита, потому что Виза же всегда заходит нормально. Сейчас. Окей. Сэф, иди в лес. Ну и все. Тут нужен какой-то лютый оффлейнер. Всякие фурионы. Ей-богу, нужен Бетрайдер. Я, конечно, знаю, ребят, что он вас достал, но... Кто же еще есть? Из таких крутых. Акс есть, но Акс он слабенький. Есть кентавр. Давай кентавра, что ли, возьмем. Или Элдер Титан. Я лучше кентавр. О! Такой единственный центр. Так бы я взял бы Трайдера, но... Ну, влез. Влез. Я на хард. Ну иди тогда. В оффлейн я влез, пойду туда. Не вопрос. Да, я понимаю. Еще будет два саппорта, поэтому мне будет очень несладко здесь. Он не видел. Сейчас посмотрим. Ну, возить должен SF и... Ну, еще мои ребята должны возить. Я буду отвлекающий маневр для своей команды. Идите ко мне. Ебать, копать, лес заблочили. Хорошо то, что он линию пропушил. Мне это прям в радость. Не, Феникса, ребят, я не играю, и я его не очень люблю. У меня есть такое, ну, обычное правило, не играть героями, которых нету в CM-моде. Это вообще для меня так самое главное. Ну-ка, идите ко мне. Ко мне идите. Не-не-не-не-не.
здесь мы будем выводить линию. Так, где он, где этот крип? Где ты, ау? Ау? Так, ладно. Нет! Стой на месте, не двигайся. Не двигайся. Смотри, у нас там снизу экшен. Вот деск Crystal Maiden-ка. Вот так. Не надо меня бить. Пожалуйста. Умри от Тавра. Я тебя прошу. Умри от Тавра. Скажи, что ты так сделаешь. Спасибо тебе. И второй может умереть от Тавра. Ревизни курьера. Дабл килл. Ревизни курьера. Можно идти домой со смелой душой. И регенимся на транквилах. Сейчас если Скай не пройдет, ему будет еще больно. На. Ой, там пошел прям. Да, ребят, пока у подписчиков нет смайлов, но если мне, вот сейчас, мне сейчас помогают люди со смайлами, они сейчас их придумывают, и я уверен, что эти смайлы будут. Просто нужно чуть-чуть подождать. Так. Вар заканчивается, но нового нет, будем стоять просто. Можно даже крипов не добивать, мол он. Угу. Нормально так. Все. Размялись с ним. И постоим. Да нет. Хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Хорошо. Найс, сэф.
Так, сейчас сапоги выложим. Хотя, блин, стрёмно их выкладывать так. Что, ещё хочешь умереть? Очень сильный. Все, ребят, это минус мораль. Я ощущаю, ну. Обычно такое происходит, когда ты умираешь 3 раза. Ну, вот этот парень умеет играть. Хорошо. Все, меня сделали. Ну, хорошо. Флинтер. Не достать. Эх, вот это вот как было, как его назвать, вот это как должно было быть в начале. Но они только сейчас решили наверх подойти. Так, сейчас нужен срочно блинк. Сет прямо очень дерзко летит на троих. Как он сильный. Прям, ух. И думаю, что сверху. Старт пошел. Ну, хоть этого заберем, добро. Не подумал, блядь. Блядь, я группу проебал в никуда. Вообще, бля. Надо выйти сверху. Все, теперь эта туса она меня не отпустит. Надо вон... По низу работать, по низу. Да. Пушистик этому. Так, это блинк таггер.
их много. Их очень много, а пинка нет. Надо ждать. Мы прям все убили всех. А ну как? Ну тебе надо БКБ, там столько магии, там, ну там вообще. Ты даже если синициируешь, тебя просто ульскай там и вперед. Поэтому надо чуть ли не первым артом варить сразу. Так. Ну и за своим бегать. Давайте типа нему внизу так. Темочка. Хорош, иди сюда. Паром, на. Так. Раз мы, что же, иди сюда. Макс. Ну, это хороший. Был врыв. Сларк заберет обоих. Да. Скажи. Нужен БКБ. Или можешь пайп сделать? Так, и нужно идти к своей команде. Воевать. Сларка поддерживать. Да, кстати, пайп тоже советую. Да, пайп хороший айтем. Он всю команду защитит. Будет собрать. Магнуса прикрывает Air Spirit. Yes. А теперь нормально. Хорошо. Давай, гони его. Хорошо.
Мейденка, я верю, вы там втроем убьете. Так. Сейчас. Так. О, мост превосходит богов. Ща, ребят. Сейчас все будет. А-а-а, я выжил, блядь! Хорошо. Тары добью. Все, тавр забрал, я доволен, хотя этого не стоило делать. Да. Скоро пайп. Вот такой игре очень хорошо кормит. Хотя он этого убьет, просто без шансов. Или умрет. Да, умрет, скорее всего. Нет! Ой! Забожил дизраптор. Прям реально забожил. Вот такой игре, когда у вас, ну, короче, дамагер С, дамагер Сларк, еще Дум, такой полудамагер. Вообще хорошо, если меня будут все фокусить. Тогда. Ну, они будут дэмэдж. Я буду впитывать, и они убьют всех. Высокий ДПС у ребят. Пока у него лотар, мы, ну, далеко не сильные, не самые сильные бойцы. Так. Поддержать Дума надо. Занимается благородным делом. Пушат товара. Номер спирит идет. Тут Магнус. Дум ему дай. Или пусть он на тебя прыгнет. Или, я, или он не даст никому Дум. И не даст, видимо. Сейчас подождем. Так. И давай, давайте, ребята, наш выход, наш черед, пицца. Вот так. Ой, даже закрылся. Хорошо. Кентавра, пожалуйста. Я с худом. Не надо меня фокусить. У вас есть СФ 900 хп, есть кентавр 1600 хп. И вы прям по смеси кентавра убить. Давай, давай, руби их. Руби Магнуса. Хорошо. Норм месяц. Победа.
Еще плюс 30, ребят.